Номер один. Чтобы исследовать один из самых удивительных мифов, связанных с животными, нам придется совершить путешествие в арктическую тундру. Здесь живут самые опороченные представители нашего списка. Это лемминги. Многие годы считалось, что стая этих маленьких грызунов иногда практикует массовые самоубийства. Странный инстинкт, вопреки всем законам логики. Как у людей, живущих в густонаселенных городах, где недостаток личного пространства вызывает агрессию. Неожиданно они уже не могут выносить своих соседей, и, пытаясь избавиться от всего окружающего, начинают бежать. Куда угодно, лишь бы подальше. И для многих последствия оказываются трагическими. Действительно ли орды леммингов бросаются с высоких скал прямо в море? Миф. Лемминги кончают жизнь самоубийством. Или же это не более чем легенда? Правда ли, что каждые 3 или 4 года в некоторых районах локализованные популяции леммингов исчезают едва ли не полностью, затем столь же быстро возвращаются к прежней численности? Никто точно не знает, что вызывает эти волны миграции, но когда колония леммингов слишком разрастается, грызуны отправляются в дорогу. Именно массовые миграции породили эту легенду, поскольку в некоторые годы тысячи леммингов отправляются на покорение новых территорий. Но они бегут, спасаясь от перенаселения, а вовсе не с целью самоуничтожения. Каждому леммингу нужно 2 акра тундры, которые он может считать своим домом. И, конечно, им нет смысла ради этого прыгать в море. Откуда же появился этот миф? Нам придется вернуться назад, в 1950-е, когда киногруппа снимала документальный фильм в провинции Альберта, Канада. Ученые снимали порядок миграции, поместив леммингов на покрытую снегом платформу. Затем, чтобы добавить драматизма, они вышли наружу и погнали леммингов по направлению к обрывистому берегу реки. Хорошие новости заключаются в том, что, вопреки распространенному мнению, лемминги не бросаются со скал. Благодаря создателям фильма, изобразившим массовую миграцию как массовое самоубийство, у леммингов появилась репутация безмозглых роботов, запрограммированных на самоубийство. Но эта версия не имеет ничего общего с правдой. Миф. Лемминги кончают жизнь самоубийством. Абсолютно неверно. На вершине нашего списка вовсе не лемминги. Это люди, готовые поверить в любую сказку, даже самую фантастическую.